Крупный пожар вспыхнул в одной из гостиниц Египта. Сотни туристов, многие из которых граждане России, эвакуированы. Некоторые жалуются на плохое самочувствие. Как сообщают журналисты Ближневосточного бюро ТБН, в гостинице «Жасмин», расположенной на побережье Красного моря, вспыхнул огонь, борьба с которым продолжалась несколько часов. По данным местных СМИ, возгорание началось в кафе. Оттуда пламя распространилось по всей гостинице. Спасены сотни людей. На месте ЧП работают 5 пожарных машин, а также сотрудники службы гражданской обороны и медики. Власти начали расследование происшествия, а пострадавших и погибших не сообщается.